Уважаемые жители Ульяновской области, друзья, знаю, что многие сейчас с замиранием сердца наблюдают за событиями в Ростовской области, где штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» окружили ряд объектов. Искренне переживаю вместе с вами. Поверьте, как губернатор, как человек, регулярно бывающий в зоне СВО, как руководитель, отвечающий за помощь мобилизованным, больше других знаю о проблемах, о погибших и раненых наших земляках. Гибель каждого воина отзывается болью в моем сердце. Искреннее горе от потерь наших ребят и от проблем не должны подвигать людей на мятеж и измену. Все это лишь доставляет радость врагу, увеличивает наши потери и вносит разлад в обществе. Я решительно осуждаю действия тех, кто пытается устроить вооруженный мятеж, внутреннюю смуту на территории нашей страны. Неприемлемо решать разногласия на фронте тем способом, который выбрали эти люди. Искренне уважаю рядовых бойцов ЧВК «Вагнер» за их мужество и жертвы. Будем стремиться помочь каждому из них, в том числе бывшим осужденным. Решать их проблемы по реабилитации, медицинской помощи, трудоустройству вернувшихся с СВО. Призываю всех жителей Ульяновска сохранять спокойствие и выдержку. Поддерживаем нашего президента, верховного главнокомандующего Владимира Владимировича Путина. Уроженцев Ульяновской области, находящихся сейчас в составе ЧВК «Вагнер», призываю не исполнять преступные приказы. Дай Бог нам всем разума, мужества и чести достойно пройти через все испытания с пользой для Родины и победить в борьбе с нацизмом.